Здорово, народ. Это, можно так сказать, будет тоже гайдик для это донатеров, которые получили 6 бастионов по донату. Также будет видео, которое обычное по истреблению, посмотреть, как, короче, ими проходить. Во-первых, так, все, отремонтировали. Выстроите вот такую вот цепочку. То есть порядок вот такой, стандартный. То есть он один из стандартных. Дополнительные порядки, у вас может еще их не выйти, так что я их не использую специально. Далее, просто направляем сюда. Сейчас будем валить 91 уровень. Я долго тут к нему шел, довольно-таки. И уже покажу свою, по сути, тактику. Она не всегда работает. Где-то 3 раза из 10 или из 5 она работает более-менее хорошо. Ну, в принципе, этих очков мне хватило. Ну, как сказать, хватило. Я один день колбасил вообще 81-х, 75-х и 70-х. Чтобы понять хотя бы, как NPC действует. Потом уже пришел на 91-го. Честно говоря, случайно. Понял, что их можно валить, и посмотрел, как их можно валить. Валить их можно двумя разными способами. Я самый простой ленивый объясню. К сожалению, здесь не получается мне с моим уровнем развития в сухомятку это все делать. Но по поводу, сразу говорю, постарайтесь купить себе этот чертеж. Я посмотрел, кораблик этот уникальный, по модификациям у него очень хороший ТПС. Потом, конечно, буду его проверять, но строится он довольно-таки долго. Я купил также командира, на кой черт, не знаю. И командира можете не покупать, в принципе, он не нужен. И также старайтесь купить вот эти вот подарочные ящики. Синие я все взял, золотые еще не все. Тут есть подарочные корабли, тоже неплохие, возможно. Без понятия, что тут хорошее, что здесь плохое. К сожалению, здесь усилители непонятно, они на все на корабле. Но можно еще и ресурсов подкупить. В принципе, недешево стоит и довольно-таки много дают. Что ж, я ухожу пока на паузу. Сейчас кораблик подлетит, я вам покажу самый свой простой способ, которым я фармлю, так сказать. Итак, 70-е, 75-е я учитывать не буду, потому что я их фармлю даже не глядя. Основно с них мало довольно-таки дается очков. 70-го 800, с этого 1600. Более-менее я начал 81-х бить. С них давалось хотя бы по 10 тысяч. Но все равно этого мало. И я начал бить вот 91-х. Здесь довольно-таки просто направляем. Он идет атаковать. Наша задача вступить. Это они линии выстроились. Мы немножко, вот буквально вот так вот делаем, чтобы они сюда назад летели. Давайте я вам просто покажу. Дальше ничего делать не надо. Вот запомните, вот немного это расстояние назад. Иногда вы будете промахиваться. Извиняюсь, поперхнулся. И может быть проблема в том, что когда вы промахиваетесь, не так сработает все как надо. Нам главное, чтобы эти два корабля, мы смогли их быстро спилить. И к приходу этих кораблей мы смогли по-другому сделать. Тактика ИИ постоянно меняется, в принципе. Можете, если вам интересно, это командовать вручную. В принципе, сейчас это я вам покажу. Здесь есть прикол один. Я так посмотрел, можно вообще сделать так, если вручную управлять, что данные корабли, они не будут вообще никак, в принципе, повреждаться. Потому что смотри, они когда стреляют, они могут по ним не попадать. То есть, если они возьмут орбиту, то можно, короче, просто орбитить их вручную и спокойно их уничтожать, как видите. Ну вот, они сейчас, к примеру, перемешались, и каждый раз действует по-разному. Вот во время перемешивания, как правило, получается довольно сильный ДПС. А так, они вообще не могут попасть по вам. Спокойно они уходят, если орбиту берут. Ну, возможно, здесь из-за того, что их много довольно-таки, но, в принципе, вот видишь, на 16 минут они повредили. То есть, но мы получили 50 тысяч очков. То есть, в принципе, ваша главная задача достигнуть, чтобы не было больше 5 очков ремонта. Так, ладно, я сейчас соберу ресурсы. Это у меня, блин, теперь еще и минералы кончились. Так, ищем еще одного. Давай покажу поподробнее. Как я именно действую. Конечно, тут найти тяжело. Народу дофига, сегодня пятница. Кстати говоря, многие боты есть. Будете играть, поймете, кто такие боты. Не забывайте сообщать.
Службу поддержки. У меня проще, у меня видео я заснял. По его действиям я отправил. Все есть уже. Ушли в небытие, так сказать. Хотя, может, кто-то и не является ботом, но... Честно, если признаться, вы поймете сами, где бот, где человек. Это здесь как-то любой поймет. Так, вот видишь, 81-й только есть. 80-91-го пока нет. Они сейчас должны вылететь после вот этих вот. Можно пойти даже поближе уже. В принципе, ресурсов я не буду там собирать. Там их прощелкивать не очень-то удобно. Ресурсы тоже не забывайте собирать, народ. Пригодятся, сразу говорю. Пока у вас бонус не кончился, вот так вот сделаем. Даже можно поближе немного. Вы не успели скользнуть. Все. Дальше я занимаюсь своими делами просто тупо. Смотрю, помогаю народу. И страдаю всякой ужасной фигней. Здесь призы-то, в принципе, хорошие. Авианосец тут, к примеру, довольно-таки любопытный. Можно это посмотреть, все, что у него есть за бонусы. Мне нравится, что у него щитов хватает и армора. Потому что, ну, предыдущие мои авианосцы их... что-то сильно подзапинывали, я так могу сказать. Этот довольно-таки неплохой. Я вот не знаю, какой-то авианосец меня атаковал. Точнее, ну, я бои просматривал, и там он как будто лазерами, что ли, стрелял. Правда, не понял, что это за авианосец. Ну, такую бы пушечку, конечно, купить. Но на нее насобирать это практически нереально. Ну, я купил вот такую вот фигню, кстати. И построил себе еще этот флагман. Ну, правда, как им пользоваться, я так и не понял. Даже с дока скотина вылазить не хочет. Так что как-то так. Вот он. Вот все. Они победили. Как правило, 100 тысяч и 4. А иногда срабатывает разная логика ИИ. То есть у вас может быть от 2 до 6 побед. Сразу говорю, каждый раз по-разному. Стабильного здесь ничего нету. У меня, к сожалению, кораблей нет довольно сильных. Я только начал их строить. Так что, ну, в принципе, вам, вот если будете играть где-то на моем уровне, именно с такими подарочными кораблями, это самый идеальный, эффективный вариант. Ну, конечно, если вы можете подзаморочиться и там где-то как-то выпендриться побольше, посильнее противника завалить, ну, можно, в принципе, я как вам говорил, они когда орбиту берут, взять как-нибудь вокруг них орбиту и попариться так. Мне лично облом. Я вот так один раз их поставил, сижу кино смотрю. Всем удачи, всем пока.